Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире очередной октябрьский выпуск «Джентльмен-шоу». В Одессе золотая осень, тишина, покой. И ничто не отвлекает от философских мыслей, так сказать, раздумия сущности бытия. Минуточку. Алло, что? Доллар? Вырос? На сколько? Извините, мне нужно сбегать поменять доллары на рубли сейчас. Ой, извините, в эфире «Джентльмен-шоу». Как избавиться от лишнего веса? На что только не согласны эти люди, которые сталкиваются с этой проблемой. Тут и Гербалайф, и всевозможные сжигатели жира, не говоря уже о разного рода специальных диетах. Однако, как выясняется, помогают эти способы далеко не всем и далеко не всегда. Но вот недавно у нас в Одессе появилась фирма, гарантирующая желающему похудеть всего за один месяц практически 100% результат. Будем с вами работать. Можно? Да-да, добрый день. Вы, кажется, Максимчук Николай Иванович. Значит, месяц назад у вас было 140 килограммов в месяц. Садитесь, пожалуйста. Ну что ж, дорогой мой, отлично, отлично, прошу вас, миленький, раздевайтесь и на весы. Потрясающе. И что у меня тоже так получится? О чем речь? У нас уникальная методика похудения. Ну, я готов. Угу. А сколько стоит месячный курс? А сколько вы получаете в месяц? 180 тысяч. Вот как раз зарплату получил. Вот столько и стоит. Платите в кассу и ровно через месяц ко мне на контрольное взвешивание. И все? А как же специальные процедуры, лекарства, диета? Никаких процедур. А что касается диеты, можете есть все, что угодно, хоть 8 раз в день, причем в любых количествах. Подождите, но если я вам заплачу всю свою месячную зарплату, на что я буду кушать? О, вот как раз в этом-то и состоит суть нашего метода. Платите в кассу, и ровно через месяц вы будете вот таким. One moment, please. Все-таки как приятно, джентльмены, что Москву посетила английская королева. Да. Кстати, я недавно читал, сэр, что у нее в Виндзорском дворце есть коллекция, в которой около 2000 хозяйственных сумок. Простите, сэр, но зачем ей столько? Ну как, она же королева. Не может же она каждый день ходить на базар с одной и той же сумкой. Поздравляю вас, джентльмены, у нас появился отличный шанс разбогатеть. Да? Да. Я недавно прочел в «Комсомольской правде», что на территории бывшего имения Ульяновых обнаружено месторождение нефти. А при чем здесь мы, сэр? Мы что, их родственники? Самые прямые, сэр. Вы что, не помните, когда нас принимали в Октябрята, нам так и сказали: учтите, теперь вы внучата Ильича. Так. Извините, продолжаем нашу передачу. В Одессе по-прежнему осень. И в такие тихие, светлые дни хочется читать стихи. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Извините. Что? Рубль? Поднялся? На сколько? Минуточку, извините, мне нужно сбегать поменять рубли на доллары сейчас. Простите, в эфире наша постоянная рубрика «СНГ-реклама». Не так давно по нашему телевидению прошла рекламная кампания. Мы имеем в виду небезызвестный славянский цикл, которая, нужно сказать, значительно расширила наше представление о русской истории. Так, например, мы выяснили, что отцом знаменитого английского короля Ричарда Львиное Сердце, оказывается, был наш, хотя и никому не известный, русский князь Василька. И вот сегодня в нашей программе мы предлагаем варианты продолжения этой рекламной кампании. Рим. 93-й год до нашей эры. Колизей. Приехал князь Василька со товарищей на ристалище гладиаторов.
и увидела князя Весталка Октавия и воспылала к нему любовью. А через 9 месяцев появился ребенок. Признал его князь Василька, дал нательный крест и нарек Юлием. Так и появился Гай Юлий Цезарь. Славянский цикл «Концерн Ликбез». Телефоны с автоответчиком есть сегодня уже у многих. Но, как выяснилось, те, у кого нет возможности их приобрести, те, кому они, как говорится, не по карману, тоже находят выход. Добрый день. Добрый день. А, простите, Варвара Степановна, а вы что, здесь живете? Да нет, работаю. Пенсия у меня маленькая, а здесь хозяин за каждый звонок платит. Извините. Работа. С вами говорит автоответчик семьи Горбунько. Нас нету дома. Ваш звонок для нас очень важен. Если у вас есть какая-то информация, говорите после длинного сигнала. Говорите помедленнее, автоответчик не успевает. Ой, подождите. На хозяйской автомашине сигнализация сработала. Простите, а почему вы решили, что именно на хозяйской? Что же я своего старика по голосу не узнаю? Долина мамонтов. Миллион лет до нашей эры. Приехал князь Василька со товарищи поохотиться на саблезубых тигров. И увидела его дочь вождя племени Эхо-Охо Гальпуния и воспылала к нему любовью. А через 9 месяцев родился ребенок. Признал его князь Василька, дал нательный крест и нарек Васей. Так и появился первый неандерталец. Славянский цикл «Концерн Ликбез». One moment, please. Я слышал, джентльмены, что по числу Роллс-Ройсов Москва сегодня сравнялась с Лондоном, а по количеству казино даже обогнала Лас-Вегас. Ну, сэр, если так пойдет и дальше, то через пару лет любой москвич сможет после работы сесть в Роллс-Ройс и на всю ночь закатиться в игорный дом. Да, сэр, особенно если ему удастся устроиться по вечерам подрабатывать шофером Роллс-Ройса, а по ночам гардеробщиком в казино. Вы обратили внимание, джентльмены, визит в Россию секс-символа Америки знаменитой Мадонны, намеченный на эту осень, принесен на следующий год? Я думаю, сэр, что это связано с тем, что в программе ее визита было традиционное посещение Таманской дивизии. Ну и какая здесь связь? А просто в эту дивизию сейчас призвали новобранцев. А Мадонна, как известно, предпочитает встречаться с более опытными бойцами. Рай. 5-й день творения. Приехал князь Василька со товарищи Господу Богу. И проникся к нему Господь любовью. И вылюбил по его образу и подобию человека. Признал его князь Василька, дал нательный крест и нарек Адама. Так и появилось человечество. Славянский цикл «Концерн Ликбез». One moment, please. Добрый вечер. В эфире «Одесские итоги». Вначале, как всегда, наш традиционный социологический опрос. А вопрос нашим телезрителям на этот раз был задан самый обычный. Ну как оно? Были получены следующие ответы. Все так же. 20%,
все с той же 30%, все реже 50%. И только один человек на вопрос «Ну как оно?» сразу почему-то начал рассказывать, так сказать, о маме своей жены, что говорит о том, что она для него – это оно. Современный бизнесмен. Кто он? Откуда пришел он в бизнес? Чтобы удовлетворить огромный зрительский интерес к этой теме, мы пригласили на нашу передачу председателя правления Криминалбанка, директора совместного предприятия «Гоп-стоп консалтинг» Сергея Петровича Дядько. Сергей Петрович, я знаю, что в вашем распоряжении буквально несколько минут. Поэтому прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что вы нашли время оторваться от дел и любезно согласились прийти на нашу передачу. Да был напряг. Ну, в смысле, некоторые трудности. Мы же сейчас с братвой, ну, в смысле, с деловыми партнерами были на сходнике. Ну, в смысле, на деловых переговорах. А нашим телезрителям наверняка будет интересно узнать, как у вас, у бизнесменов, проходят эти самые переговоры? Ну, как проходят? Начали одного мочить, ну, в смысле, искать компромиссы, другого... Спасибо, спасибо. Скажите, а вот подобного рода действия, не приводят ли они, скажем, к осложнению закона? Да ну что вы, мы же ментам платим, ну, в смысле, активно взаимодействуем с правоохранительными органами. А, ну что ж, Сергей Петрович, большое спасибо за содержательное и очень интересное интервью. Вам спасибо. Ну, кстати, если кто будет на вас наезжать, наезжать, а мне звоните. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Петрович. Да какой там Сергей Петрович? Для тебя я просто фиксатый. На этом очередной выпуск «Одесских итогов» подошел к концу. До новых встреч, друзья. One moment, please. В последнее время у нас в медицине появились специалисты, которые кодируют от всех возможных напастей. Алкоголизма, курения и многого другого. А у нас в Одессе недавно появился специалист, который кодирует еще и от супружеской неверности. Доктор, умоляю, спасите семью, на вас одного надежда. А что такое? Муж у меня бабник, ни одной юбки не пропускает. По улице с ним ходить стыдно. Ну что ж, это наш профиль. Где он? В коридоре дожидается. Валечка, пригласите. Валечка, вы прелесть. Садитесь, пожалуйста. Валечка, что мы делаем сегодня вечером? Вот видите, доктор, даже здесь. Садитесь. Я не хочу садиться. Больной, внимание, прошу в кресло. Так. Внимание, вы спите. Вы спите. Спать! Даю установку. Кого он больше всего предпочитает? Блондинок. Блондинки с длинными ногами вас совершенно не интересуют. Доктор, у него секретарша брюнетка. Брюнетки с пышными формами вызывают у вас приступы апатии и сонливости. Доктор, я-то плачу. На всякий случай от всех женщин сразу. Все женщины сразу вызывают у вас стойкое отвращение. Вы слышите? Отвращение! Все? Да. Валечка, выводите из транса. Да! Боже, ужас какой! Уйдите от меня! Ванечка, боже мой, Ванечка! Спасибо вам, доктор! Ванечка, скажи доктору спасибо! Доктор, вы прелесть, доктор! Вы прелесть! Что мы делаем сегодня вечером? Привет!
One moment, please. Читали, джентльмены, во время недавнего плавания одного важного лица по великой русской реке Волге, его пресс-секретарь не без посторонней помощи оказался за бортом. Я считаю, что ему еще сильно повезло, сэр. Что вы имеете в виду? А представляете, если бы они в этот момент летели на самолете. Любопытный факт, джентльмены. Известный английский иллюзионист Дэвид Копперфилд недавно прославился на весь мир тем, что продемонстрировал уникальный трюк. Помните, одно движение его руки, и с лондонской станции исчез целый железнодорожный вагон? Подумаешь, у нас в Одессе, например, был один фокусник, который как-то продемонстрировал исчезновение целого железнодорожного состава. Так почему же в таком случае он никому не известен? Так потому что его с тех пор никак не могут найти. В одной из наших прошлых передач мы рассказывали о деятельности акционерного общества АО «Всехинвест». После этого в адрес «Джентльмен-шоу» пришло много писем, в которых телезрители просят знакомить их с деятельностью и других акционерных обществ. Мы с удовольствием выполняем эту просьбу и сегодня знакомим вас с деятельностью частного акционерного общества АО «Сидорчук». Будьте любезны, прошу. Мы беседуем с основателем АО «Сидорчук», собственно, Сидорчуком Петром Семеновичем. Петр Семенович, как вы пришли к идее создания своего акционерного общества? Ну, скажу честно, нужно было обставить квартиру и отремонтировать. А денег не было. Да и квартиры тоже не было. Ну и? Ну и решил выпустить свои акции. И на большую сумму? Не очень. Ну, чтобы на все это хватило. Простите, и что, ваши акции покупают? Да разобрали моментально. Это же самое надежное вложение. В недвижимость. Но, простите, вашу недвижимость. Да ну зачем вы так? У меня здесь ничего своего нет. Вот это вот все мое багажство, это же все их, акционеров. Да более того, каждый акционер может легко убедиться, что все, что я приобрел на его деньги, это же не мыльный пузырь. Но это же не фикция. Как говорится, можно легко прийти и потрогать. Ну, скажем, по субботам. С 11 до полдвенадцати. Ну что, вам аж нравится? Да, конечно. Ну, да, конечно. Очень. Ну, очень нравится. Ой. Так это, считай, все твое практически, да. Это... Кстати, бабуля, обязательно завтра приходи. Хорошо. Завтра собрание акционеров провожу. Будем решать, какую машину мне покупать. Мерседес или Вольво. Вот какую акционера решат, такое куплю. Спасибо, приду. Обязательно. Обязательно. Вот только так. One moment, please. Продолжаем нашу передачу. Вы знаете, друзья, осень – это все-таки такое время года, когда, несмотря ни на что, хочется думать о вечном. Вот и сейчас... Ой, извините. Что? Наш украинский купон рухнул? Простите, мне здесь немножко наших купонов нужно поменять. Сейчас, извините. Эй, простите, в эфире «Джентльмен Шоу». В начале октября в Одессе проходил международный кинофестиваль «Золотой дюк». И в дни фестиваля в Одесском цирке состоялось большое представление, в котором программа «Джентльмен Шоу» принимала гостей «Золотого дюка». Сеньор Альберто, известно, что многие звезды мирового кино, такие как Барбара Стрейзен, как Майкл Дуглас, Стивен Спилберг, они выходцы из Одессы. Скажите, сеньор Альберто, нет ли у вас одесских корней? Sono nato talmente tanti anni fa che nessuno può smentire questo. Я так давно non più, quindi che posso dire se sono nato o no adesso.
Я так давно родился, что никто не может опровергнуть того факта, что я родился в Одессе, поскольку все мои современники, почти все, умерли. Grazie, señor. Альберто Корди. Hello, друзья, я Олег Филимонов. Минуточку. Что? Что? Так, все, отключаю телефон, потому что сейчас в эфире наша лучшая десятка анекдотов октября. На 10-м месте тетя Сима из Одессы с анекдотом о том, как ее муж уехал в Москву в командировку за акциями АО МММ. На 9-м месте сосед тети Симы с анекдотом о том, что за время командировки акции ее мужа упали даже сильнее, чем акции ОМММ. На 8-м месте красная шапочка с анекдотом. Решил как-то серый волк съесть бабушку и спрашивает: «Тебя с чем сегодня есть, бабуля, с кетчупом или с майонезом?» Она ему: «Если можно, с телевизором, серый, а то у меня сейчас как раз Санта-Барбара начинается». На 7-м месте сотрудник безопасности с анекдотом. Спит как-то Штирлиц в машине, а Мюллер его будет и говорит: «Вы чего тут спите, дружище? Ваши-то уже из Берлина уходят». «Да не сплю я, группенфюрер, приемник слушаю. Ельцин оркестром дирижирует». На 6-м месте воспитательница детского сада с анекдотом. Купила как-то баба-яга себе акции Союз-контракта. И теперь у нее избушка не на курьих ножках, а на куриных укорочках. На 5-м месте Карлсон, который знал, что когда ему снится, что он военный вертолет, главное вовремя проснуться, потому что в связи с конверсией из него в любой момент могут сделать чайник. На 4-м месте сотрудница регистратуры одной из московских поликлиник с анекдотом. Приходит как-то к нам председатель Центробанка и говорит: «Вы скажите, кому мне обратиться? Рубль этот все время падает и падает, я уже прямо с ума схожу». «Ну, если с ума схожу, то это к психиатру. А если все время падает, к сексопатологу». На 3-м месте истории гражданской войны с анекдотом. Прочел как-то Петька газету «Спид-инфо» и спрашивает у Василия Ивановича: «Василий Иванович, а что такое сексуальная совместимость?» «Ну, как тебе объяснить, Петька? Вот ты сегодня на сколько с Анкой договорился?» «На 8». «И я на 8. Значит, у нас с тобой сексуальная совместимость». На 2-м месте сотрудник архива ЦК КПСС с анекдотом. Приходит как-то Леонид Ильич на заседание Политбюро и говорит: «Предлагаю наградить товарища Брежнева 5-й звездой героя посмертно». «Да что вы, Леонид Ильич, вам же еще жить и жить». «Да? Ладно, я ее пока просто так поношу». Ну и, наконец, на 1-м месте старинный одесский анекдот. Итак, представьте себе, Екатерининская, бар, заходит, ну, скажем так, не совсем обычный клиент. Ба-ба-ба-ба-ба, Армен, будьте так любезны. Один джин-тоник, пожалуйста. Одну минуточку. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Привет, давно не виделись, давно не заходил. Мне один джин-тоничек, пожалуйста, только мигом. Прошу вас. Послушайте, зачем вы меня передразнивали? Это я не вас передразнивал, это я его передразнивал. Понял. One moment, please. Ну что ж, дорогие друзья, наш октябрьский выпуск «Джентльмен-шоу» подходит к концу.
И мне остается только попросить у вас прощения за то, что я отвлекался, как выяснилось, на всякие мелочи. Но в Одессе действительно осень, и на самом деле уже ничто не отвлекает. Так что до новых встреч! Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущий как акация сбора.